боссу гриппы тоже. С какого черта кастуешь, я спрашиваю? Не знаешь, стоишь, хилишь танка, пока ты, ну, через раз этот, примешь, начинаешь кастовать, у него в 100% все хиловские криты приходят. Мне даже БГ сразу моментально регать перехотел. Чё ты, пошли. Потому что ты только в контроль типа взяла сразу гриппы. Гена под дубовой кожей, наверное, только влетает. И на БГ также, типа, а я вижу ДК, я сразу дубовой кожей. Видишь ДК, надо сразу свобода действий. Причем тут свобода действия? Притяжки что ли помогают? Да, это таков. Он тебе сделает после притяжки, если у тебя свобода действий. Как ты думаешь? Блять, я как бы друид, у меня смена облика. Тебе даже это форму не надо менять, понимаешь? Может совет спокойно убегать. Да, но я в совет не убегу. Сова толстая не убежит. Я не беги. Утя, слышь, что? Сейчас это, байер рейды есть. Там, короче, им платишь голды и делаешь свой квест спокойно. Такие рейды есть. Если ты даже фейлишь... Я больше скажу, да, у нас люди, которые могут дойти. Конечно, лучше Войда послушать, потому что Войд делал эти квесты не раз. Гена, скажи мне, пожалуйста, я сейчас кинул хилку, у меня хилка миссанула, это вообще как? Бесполезный. Отметкости не собрал. Этот человек хилил со мной тьму в резке, блядь. Смотри, у тебя показала цвет мисс, ну, промаха, синий или фиолетовый? Желтый. Это его идти. Интересно. Скорее 4 всего, человека его трейдер шва выбоит. Интересно. Воплощение я еще могу понять, потому что тут этот фолиант есть. Ну блин, в мир. Тут помимо людей еще мобы есть. Хочешь сказать, что я хилю мобов? Ну, хочу сказать, что цепное исцеление может пойти и мобов. И может не сомнуть. Именно и вейдом. Интересная теория. Интересно, что курил. Все, что даю. Тоже хочется. Сейчас прибудет ее батарея. На кого-то мисы фиолетовые. Мобы хилю. Слышишь, Войд, а ты квесты в танку, все в танкошмоте делал, да? Ну, на Ване и на Синдре в танкошмоте. На Синдре танкошмот с фрост-резистом. Вообще и на профи в танк. На профи можно в танкошмоте тоже делать квест. Ну, я делал. Там, короче... А профи зачем хотя бы? Там такая фишка, только была, если ты танка. Танчишь профа на третьей фазе, иначе он... То есть там нажимаешь просто стойку, ШВ нажимаешь. Ну, я под ШВ не сдох, если бы без ШВ потанчил, то сдох бы. Там как бы на 10 секунд надо было потанчить. Там можно в одного танка танчить, но только вот в то время, когда диван придет, да, буквально да. Ты должен подержать кто-то другой. Да, Лёха, а бабл же убивает так? Нет. А диван? Стаки, я бы был счастлив. Второй танк. А, стаки от этого. Ты шутишь от профа бабл. Я бы. Есть жив с кого-нибудь? Так, короче, хилам, два шамана, холи пал, дайте.
Ена, спикнешь хила? На рейд? Может тоже полетать. Атиола там с престом похилят. А преста нет уже четвертой пати. Сейчас, тогда кто там? Да, кстати, там этот приз с третьей пати, он-то не в рейде. А ты Фарада взял квест для своего ворота? Там души только дофармились недавно. На следующей неделе можешь делать. Где-то то? Да. Чё ты? Я слева, ты... Дайте лапу. Чужаки ворвались во внутренние покои. Господи, Христа. Пять. Там вы найдете спасение, герои. Я не могу атаковать эту цель. Станчик дал, короче. Вы там как это, на завтра приедете, долго учит.
Бедный Жужин сегодня. Истребление сов. Первый ушел, давайте второго. Что-то ну, хилим, наверное. Геру дам. Да, что сейчас, нет? А, ну давай сейчас. Там 3 ляма осталось. Даже Гер не надо. Надо было позже, чуть-чуть позже, давайте секунду. В своем репертуаре. Да. Да, на самом деле я думал, что мы не будем сейчас хилить. Надо было еще порталы зайти. А как осколок мне собрать? Ты видел, как вчера Настике? А, Винген, тебе ж не было. Там Настя примерно да, так же, только на 50 тысяч хп Геру давал. И не только на Вале. Кто-нибудь подскажешь, как осколок собрать, нет? Какой осколок? Мастер лут нужен. Шем? Дайте ему этого лутера. Я не... Так у меня есть это, как его... А как его забрать, я нихуй. Без понятия. У тебя лутер должен быть. Правой кнопочкой мыши на осколок. Либо чтобы пианист сам брать, тебе его скинул. Пальцы. Если он его видит. Пианист вообще поставить. Ну то шо можешь? Минус осколок. Слышишь пианист, нет? Там осколок. Вижу. Приходи. Будет. Секунду все. Перед Синдрой покурим. Сейчас комнату зачистим, покурим. Вот гость. Икаюсь. Да у меня только первый осколок и 40. 50. Начало положено. Вообще кисый должен был. Что-то кисого нет. Все, пошли вы. Гена, догадаешься для чего? Я вроде не умный. Разрешаю. Хило, которого хилки мясует. Нам зачем он такой нужен? Кап меткости надо сейчас бы кап меткости хилу собирать, у которого как бы ноль хита должно быть. У слабый. Глэнсинги там у хила еще есть. Хилит, хилит, хилка так пришлась вскользь. Вскользь. Thank you.
И карты нету. Ну это только в PvP. Мастерство ещё. Чтобы игроки не уклонялись. От хила просто взял уклонился. С руки. А я сопротивляться буду хилу. Саппорт от хила. Кстати, ж есть поглощение хила. ДВ на продажу, Лёха. Целка обычка. Какой день можно собрать? Тот день, конечно, когда вы соберетесь на РТ. Что-что? Понедельник, вторник, среда, свободные дни будут говорить. Завтра закрываем этот ОКО и я. Получается Джайну плюс РС-ку. И все, понедельник, вторник, среда, свободно. Любой из этих дней могу собрать. В понедельник в 13. И в среду в 13. Говорит, закрывает только понедельник, а вторник, а среды. В основном рейде понедельник, вторник, а это трай его ККМ. Вот почему я не хочу сидеть и днем, и вечером, блядь. Потому что вечером ОКХМ надо, как говорится, свежая голова. Ну, я могу собрать любой из трех дней. Там, главное, чтобы люди пришли. Какие-то твинки. Не, я так поприсутствовать, но мне просто надо вечером, чтобы у меня свежая голова была. Не так, что ты. Не, ну, рейда. Ну ты-то тебе не надо, я по релю сам провели рейд. Орехи, орехи, Амир. На. Главное, чтобы зашли на хотя бы 23-22 человека, не знаю. Ена, что такой слабый? Ты же игру не рвешь. У меня талант не хватит. Ну. Ну там Кирсу покупать у кого-то еще там были. А, да, Наталик есть. Наталик и на любую РДДшную пуху на приста. Давай еще этот трэш зачистим уже перед самой синдрой покупки. Ну давайте уж и синдро убьем их потом. Тогда уж проще после лича. Ну что, реально после лича уже перерыв? Мне отойти надо. Ничего, Лёха, тебе птички грызут. Да я просто не прожимал. До 20 тысяч хп опустилось аж. Невыгодно этим паладинам доступ делать, потому что это... Они за доступом еще пошли для ЗС и ОК. Потому что в последующем им же можно будет там сока до хера что продавать и ЗС-ки ненужной херни, которая, блять, у нас просто... Я сейчас смотрю, самое забавное то, что Сагра голосовал второго моба, а потом бить его стали другие и переключились. А я свои дотки так и повесил. Они не стаки стакают. Надо пофиксить этих драконов, почему не восприимчивость на кровопускание варовское? Но они костяные. И у них кровь. Да, они костяные. Синдра тоже костяная, что. Но это окей, сейчас на кровь босс. Босс костяной, значит, у него кровь есть, да? Нет, ну блин, если бы... Как магии природы. Природы.
Я там настолько заколебался, я по трэшу не могу шипы кидать. Не практически в 90% в саппорт уходит. Так... И на тапках. Это. Кому там надо с вагонов, скажи мне пока что. Так, там шаман. Король сегодняшнего рейда. Король. Кот Кокос. Кот Кокос? Я до этого ни разу, кстати, его не смотрел, как это пишется. Это с мелодрамы. Смотрели мы мылодраму эту? Мылодраму? Да, мылодраму. Ну, я начал смотреть давно, что-то там перестал. Это с этим, как... С Барунов. Да, Барунов. Да-да-да, Барунов. Да. Вот там тоже кот Кокос, блядь. Так, Хилл, Дамагер, кто он по жизни? Сейчас прошу. Кто он по жизни? Лёха, мне зайти нет? Или нельзя опять? Да сейчас, подожди, я смотрю, кто кого мне, блядь, на замену и тому подобное. И Престу надо или нет, Престу не надо? А, нет, Престу лечь нужен. Ну, сундук с лечь. У шамана Лем. А, Эршам тоже есть, говорит. Аршам и Лем есть. Аршам лучше, дед говорит. Ставь Аршама, в Аршаме будет. Финишем. Я на тебя спехать или так отхилил? Честно, все равно. Вы
видите, да? Ну, без ДЦ. В принципе, это обычка. Если никто дохнуть не будет или его замораживать, то, наверное. Кто-нибудь есть? Просто ДЦ 100% бы никто не умирал, а без ДЦ буду дохнуть. Может, давайте не будем дохнуть? Перекрываем и так далее, лучше отличный. Короче, ген спекнись, раз без ДЦ. 5 хилов. Не, если есть, могу. Finish him. Так, все то же самое, у балкона убивается, метки рандомно выносим, 5 перед рейдом. На ласт фазе, короче. Так, что у нас тут получается по РДД зоне? Вроде СПДшников хватает. У тебя иди посиди, послакай. Я шамана запущу. Так, у нас получается РПД. Рулет на боссе, я на этом ставлю рыбу. Кто не уверен в себе, думает, что он сдохнет. И тому подобное, кто слакает, саппорт выпить. Тогда точно не сдохнет. Да, интересно, а в обычке под дубовой кожей выживу или нет? Не пробуй, не надо. Меня тут приз спрашивает, у нас сейчас кто-нибудь стримит? Я думаю... Скинь ссылочку, бличку. Девка, а кто хуйня дубового кожи дефит? 20%. Так, сейчас паладинам напишу, чтобы под лицо подошли. Шаман говорит, тактики особо не знает. Я ему, может, тоже напишу, пусть помрет. Ну, пускай хилит. Если есть возможность, пускай хилит. Скажи, притянула под босса, надо отбегать. И если на тебе метка, надо выбегать с рейда. Все. Даю проверку. Они под лицо босса станут, короче. Сдох. Хантец готов? Да. Так, все, все здесь. Так, а у нас этого кота кокоса нету здесь. Так, угу. Суманится. Кот кокос. Да, хочу себе так. Топовый ник, да? На ханта сделаю все ренейм на русском. Чё, появился? Вот кокос. Здесь? Так, сейчас погоди. Пока не в рейд. Ну кокос еще нету. Он вылетел. Если лофнулся.
Ага. Что? Показалось, да? Нет, я думал, может, у него просто прогрузка идет. Так что, он как косо нашим. Ну, написано, вышел из сети. Не знаю. Чисто. Ничего тебе не писал? Нет. Должен был. Я ему написал, сейчас суманем. Сказал, хорошо. Так, одну минуту ждем, король. Что-то у меня какие-то сегодня влетающие покупатели. Один ждал профа. Полезный, как ради колба. Слышь, я сам хилить будешь в соло. За... Легко. Давай. Что там этот? Еще есть кто на ачиву или нет? СС, если не будете мне кидать, я в соло вам схилю. Вот. Что за хи... Ну все, короче. Ну, давайте так. Там потом. Может, на ДВшный рейд ему скажу. Зайдет. Шкаф стоит, не надо стоять. Да, да, он здесь. Все, все здесь, все готовы. На маунтов садите и даете. Побежал. Паладина, вундербог, не хильте, если... Вот, бежали. С один. Анта под хильте. С кого же? Метки, метки, метки. Кто там такой гениальный ко мне подбежал в последний момент? Хорошая идея, спасибо. Слева близко. Приземлилась, разбивайте. Слева две метра. Я паладин может лайпнуть. Лучше вы его, блять, не сидите. В принципе, на этом месте он никогда не лайпнет. Тебя замарали. Кстати, да. А он специально себе 40 тысяч хп сделал? Блять. Хильтесь, хильтесь, хильтесь. Поднимай Тимыча. Сам вставай. Тимыч же, наверное.
Бафы дайте, Инар. Жена Энмозера. И бафы обновить. Бафы и дайте. Метки. И разгорно задефайте. Сейчас задеф. Справа близко, спрятали. О, вообще не удивлен. Лагало. Кто-то ледяную бомбу на Фарада напулил. Метеолог поднимешь Фарада. Убивайте его. Активнее, активнее. Баф только сразу обновите. Саяльник на хил. Иди вставай. Баф. А Боб снимает стаки освобожденки? Блять, паладинов и участков. Нет. А то у меня 25. Кому еще каски? Нормально. Делорус хорош. Все есть. Полипал флаг, по-моему, да? Активнее, активнее. Переводи. Геру. Сейчас аккуратно. Путь влево. Виники пока бить. Чё, пошли разбивать. Много стаков не набирайте, чтобы вас не продам. В следующей глыбе. В РГД зону. Метеола, середина. Прожми дубовую. Дормасак, тут все спрятались. Ничего, ну мгновенно. Рахи... Глыбу разбивайте, хило. Холипал влево. Привет. Я заберу. Тимыч, середина. Сбрасываем стаки. Гена аккуратно. Я понял. Метка влево. Успел обновить. Он умер. Всё. Эти босс. Босс добиваем. Это многоходовочка. Давайте 500 тысяч. Бля, Лёх, чё ты меня не пустил? Клык. Я забыл что-то про тебя, да. Пиздец, я такой вагон, что про меня. Карина, ты на андроиде? О, чё? Мне нет, если ему позвонить на андроиде, а что? Да, поздно уже. Мне просто код нужен был, сколько я помню. Тут Лёха, этот крыс уже спрашивает, как в гильдию попасть может. Зачем ты я сказал об этом? Сейчас бы брать клык с обычки, когда ты можешь забрать его с хэм. Хреново все локу. Тоже верно. Хреново вообще локу клык. Блядь, ох и гер буду надевать. Ох и гер. Да этот. Бис. Вару или ути. Да я заберу. Бычку. Кто я-то? Рудвару или Утия, да? Что? Так вот, у Рудвара танк есть, вот Утия не знаю. Вот уже вроде так есть. А паролу-то кто из них выиграл, скажи, я тому и отдам. Паруль ты! Я даже не смотрел на роллы. Рудвару отдай. Рольси? Я же ролл кинул, чё вы? Хорош. За
за все страдания на лане, да? Ага. Но... В каждом рейде должно быть что-то утешительнее. Мне бы сейчас вот лужу на лужу вынести. Так, что мы в итоге решили? С этим, на сундук с умонем или на лича включительно? Ну, если мочи его надо, пускай идет, если нет, то... Сейчас прошу. Блять, вы нормальные, Вальку? Там Вальку, а Сагри. Сдохните. Не бегите, блять, вы от Вальки, наоборот, сдохните, подойди. Нахуя вы убираете? Валька отогрелась. Даю проверочку. Так, надо присту или на сундук тупо смотреть? Или ему чего надо? Ему только пухи. Что тогда? Сундук. Я тоже это, на сундук хантом потом зайду. Чё бой до сих пор? Вальки летают. Короче, я знаю, что сделать. Тимыч, давай. Рез. Чё, по шкаф поставьте, что ли? Давайте их суманём. Да. Там чилики добежать не могут. Резнул, Лёх. Да. Вот еще тело резнило у нас лежит. Френзик, тебе надо что? А это надо, типа, кому, как эта хуйня называется, посох, арку? Присту. Присту, Фрэнзи. Ему либо теренаска, либо посох. Сказал, что выпадет, то забери. Рыбу поставил. Спускай уже. Карина, это точная информация? Амир, короче, я стою в зиме, хилишь. Слышал, нет? Я бы так не рисковал. Ты стоишь в зиме, а хилишь он женой, да? Ген, у меня иногда путаница между совами. Буду хилить ту, которая, блядь. Чётко. Которая чё? Которая скинет сердце? Которая ближе, говорю. Ясно всё с тобой. Я просто знаю, жена привычка рядом со мной стоит. Я мирная. Готовы? Всё, все готовы запускать. ДЦ нету, придется заражение просить. Я в ДЦ. Ты же сказал, что у тебя нет ДЦ. Кто говорил? Я не говорил такое. Да просто говорил. Не просто говорил, а сморч. Да не, просто тоже говорил. Да, говорил. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Жертвы сейчас пойдут. Лапку, лапку! Все будут нырять, смотри, он на изготовке уже. Но я не
Какие вы злые. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничности. Вот ты бы сказал, заменил бы. А можно я тоже это спрыгну? Ты на шамане хилишь, ты тут чё там стоишь, блин? Это тоже, блядь, захотел. Ну а чё, в зиме стоять не дают, говорят, не прощили. Всё ещё в комнату, наверное, затянет. Кстати, чё в комнате делать? Я там тогда так давно не был. Воду и косты позбивать. Мобал бить. Бля, я, короче, если не буду в комнату, буду его хилить, а не бить. Гена, ты его лучше потанчи. Бля, точно. Может, выбежишь? Выбежу. Ну чё, ты, реакция секунду, что ли? Да. Надо. Блядь, опять я забыл мыться дальше. Чума на мелких. Минус Матиола. Уберите, пожалуйста, череп с меня. За меня забыли. Кир. Чё страшного это? Там же ты поднимешь на второй. Филь. Сферы бейте, получу. Ну, калитка не ХПС. Эмир, я пошел. 25 человек хилить разом. Блять. Серьезно? Что так больно? Сапрот просто бы выпил и не мог. Да я зайти не успел, мне там уже ебало отвалилось. А я ведь хотел тебя похилить, попытаться. Не, я, кстати, не прыгал. Кстати, не прыгал. Жена НБР не мотивал. Гневного убей. Блин, ни одного диспова не моты. Кота схватили, кота! Килл Вальки. В трусах. Вернее, я. Слышите, да? Хил в трусах. Вот смотри, я валики, сейчас помрешь. Я понял, Миша. Сейчас умрешь, проверяй. Вот ромб не надо трогать. Один, 40.
Видел, что чешка животворящая творит? Белорус норм? Он так и в хэмке делает. Это же афилок. Да все равно. То, что я в хэмке так стоял, не видел? Ни разу. Да, Москва завтрака сделал. Смотри, сейчас быстро прекращу его хилить, посмотрим. Давай, стоп, стоп. Поздняк уже. А его хилят все равно. Это не значит, что надо пол рейда пойти в зиму, кстати, если что. Я тут обновлял. Ну, все решили проверить, как ты хилишь. Кила прохилить. Я похлопаю. У меня что, в ладошки? Ни один не полетел на меня. Я профессионал. Вот было бы забавно, если бы сейчас Холи Пала там затянуло, и он бы там застрял. Сундук только не трогайте. Да, сундук я написал, что не трогает. Да там клятва стопудово. У меня, кстати, был покупатель на клятву. Так он не зашел. Да если осколок упадет. Ну кому и ты отдашь он. Что движется? Вот за весь СЛК упал только один осколок. Просто ты не сова. Вот я когда ходил с совой, мне падало по 4, по 5 собычки и 11 хм. Это все сова, да? Сова топ-класс. Согласен. Сову в президенты. Мне понравилось сову играть, классно вообще. Сова — это стиль жизни. Последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Сова — это еда. Не трогайте сундук, то есть. Шкаф ставьте. Ход улетел, можете менять. Пристал. Кто открыл? Шинкори. Кто? Кто? Ну вон, видишь, Шинкори. Он тут был один. Написал же, блять, сундук не открывать. Чего баллов? Не в дискорде, наверное. Уже можно смотреть, наверное, да? Аркус и прилив. Ой, падение небес. С него 30 тысяч. Пидор. Пидор, пидор. Да ладно. Давайте это, все слэш-плевок у него. Все разом.
Сейчас я еще и осколок не заберу, да? Осколок, а. Хз, был, не был. А ты был, когда открывал сундук? Я как раз и это... Заходил на ханта, блядь. Охуенно. Сейчас картину такую представил после... Нет, а смотри, лут я вижу. В самом лучшем фильме, блядь, из девятой роты момент, когда он в очки плевал. Не, а он... Мне кажется, он специально подошел. В очки плевал. Он потому что там уже стоял. Все... Там никого не было. Мог просто даже тупо дойти. Да он уже на...